На Аллее Славы, одной из площадок проведения Всероссийского субботника, к предстоящему событию почти все готово. Здесь в рамках акции будет высажено 40 елей и 10 сосен высотой около 4 метров, которые прекрасно дополнят хвойный ансамбль центральной зоны отдыха. К тому же деревья хорошо адаптированы к климату средней полосы и достаточно неприхотливы в уходе. Всего на территории Ленинского городского округа будет высажено порядка 5,5 тысяч саженцев разных пород, разных деревьев, разных кустарников. Возраст саженцев разный: кусты, деревья, елки, ели, сосны, дубы. Возраст разный: от 3 до 5, до 7 лет, до 8 лет, в зависимости, какой сорт дерева. Помимо деревьев придадут ярких красок и цветочные клумбы. В конце апреля традиционно высаживают однолетние растения. Первыми начнут подмигивать жителям и гостям города анютины глазки или по-научному виола. Как рассказали сотрудники МБУ благоустройства, всего около 300 тысяч саженцев этих цветов станут украшением улиц, скверов и парков муниципалитета. Сажаем мы их миксом. Миксованные, то есть не конкретные цвета, а разные цвета в одну клумбу высаживаем для того, чтобы вот разных цветов, красиво чтобы было. А в субботу сажать деревья и кустарники будут также на Завидной улице, Солнечном бульваре и в поселке Петровское. Принять участие в экологической акции может любой желающий. Инвентарь, угощение и хорошее настроение обеспечены. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.